всем привет! Этот свой последний предпремьерный репортаж я хочу разделить на две части. Первая часть будет о тех людях, благодаря которым наш видеоролик новый, который вы все увидите, получил свою жизнь, благодаря которым он родился. Я хочу назвать этих людей. Они много нам помогают. Никакого отношения к творчеству и к музыкальному бизнесу эти люди, конечно, не имеют. Им просто нравится то, чем мы занимаемся. А иногда, в общем-то, нравится наша упертость, с которой мы все время идем по лесенке наверх. Неизвестно, докуда выведет нас эта лесенка и куда она нас выведет, но мы все равно идем. Это, конечно, Геннадий Миргородский. Спасибо большое, Гена, человек, который нас вдохновляет, который нам много помогает и помогал, благодаря которому мы сделали такую глобальную большую работу, как наш юбилейный концерт ДК «Газа» в 2019 году. Спасибо большое, Дима Любомудров. Спасибо большое, Роман Иванович Жирный, дорогой наш человек. Леша Жирный. Спасибо большое, Андрей Нижний. Спасибо большое, Сергей Чистяков и Дима Егерев. Спасибо вам за вашу помощь. Спасибо за то, что благодаря вашей помощи мы сможем посмотреть то, что мы сделали. То, что мы наваяли, так сказать. Ну и, конечно, подводя черту, я хочу назвать еще одного человека, благодаря которому все это вообще началось, который аккумулировал все это и дал старт этой работе. Потому что, скажу честно, мы не планировали снимать этот ролик вообще в этом году. Мы вообще его не планировали снимать, потому что это такая работа, это не песня какая-то, куплет, припев, бридж. Это такое произведение, которое мы раньше никогда не снимали, по большому счету. Это часть из нашей рок-сюиты, посвященной Фредди Меркьюри, Фредди. Тут даже две части, которые мы сняли, это две части, которые мы соединили воедино, так сказать. И человек, который дал старт, которому я рассказал эту идею, который, собственно говоря, подтянул людей, которые не хотят себя называть, а хотят остаться в тени, огромное им спасибо. Это Илья Полубояринов. Илюха, спасибо тебе большое. Я, честно говоря, не ожидал, но как-то так все оп и произошло. Локомотив запустился, и он поехал. А вот дальше уже в работу вступили те люди, о которых я скажу во второй части своего этого репортажа. Оп! Во второй своей части я хочу поблагодарить всех ребят, которые профессионально справились со своей работой и сделали свою работу на отлично. Это, конечно, в первую очередь наш режиссер, оператор Юра Давыдов. Юра, спасибо большое, брат. Много лет мы вместе. От сердца, от души. Спасибо большое всем операторам, всем ребятам, которые снимали. Спасибо всей технической группе. Звуковикам, Жак, твои ребята, твои бойцы были просто красавцы. Серега, Свет, киношный Свет. Спасибо большое, Андрей Насимов, техника, кран. Спасибо ребятам, которые дымили, которые шатали, делали все возможное, чтобы у нас все получилось. Спасибо нашим админам. Спасибо, Валера Сильванович. Спасибо, Сережа Соколов, большое за вашу работу. Спасибо гримерам. Спасибо Movie Hall за предоставленное ваше большое прекрасное помещение, в котором мы сделали то, что мы сделали. Ну и, конечно же, я хочу сказать спасибо большое приглашенным музыкантам. Спасибо Андрюше Косинский за то, что помог с такими прекрасными ребятами, скрипичной группой великолепной. Спасибо хору под управлением Ларисы Кирута из поселка имени Морозова. Спасибо. Много лет мы вместе сотрудничаем, как я уже говорил. Спасибо, ребята. Спасибо, наша дорогая, любимая, заслуженная артистка России. Между прочим, Галина Сидоренко. Галенька.
спасибо тебе. Ты лучшая. Спасибо, наш дорогой Саня Куликов, за то, что помог нам отбасить этот видеоролик. И, конечно же, моим любимым дорогим музыкантам. Всем спасибо. Спасибо моей Берте, человеку, который меня вдохновляет на то, что я делаю. Спасибо человеку, который вообще создавал все это вместе со мной. Это мой дорогой друг Артур Михайленко. Спасибо, Артурчик. Спасибо всем. Ну и, конечно, я хочу сказать слова благодарности нашей команде из Твери. Салам Студио. Ребятам, которые сделали прекрасный звук, хороший саунд. Игорь Лолетин, Миша Саламов, Леша Дмитриев, Толя Котов. Спасибо вам большое. Вы уже нам как родные. Мы уже одна семья. Спасибо за вашу работу душевную, за ваше гостеприимство. Подводя итог под всем вышесказанным, я хочу пожелать всем крепкого здоровья. Берегите себя, своих родных и близких. Надеюсь, что та работа, которую мы сделали, которую сделал такой большой коллектив людей, команда, затронет ваши сердца. Очень на это надеюсь. Надеюсь, что хоть небольшое количество людей после этого ролика, может быть, захотят ознакомиться с рок-сюитой Фредди, которую мы когда-то сделали, и просто ее послушать. Всем счастья и добра. Коха, Пушкин комьюнити.